Привіт, друзі! Ми знову зустрілися, і це шоу «Не проспи», та я Роман Дрібний. Не пропустіть у «Не проспи» зірковий та успішний фотограф Вадим Яцун. Ну, як-то так, я засмущався. Розкаже, як організувати фотовиставку. Всі ми люди, всі ми хочемо заробляти, і все це бізнес определенний. Скільки заробляють топові фотографи? Ну, не так давно перестав стіснятися говорити о деньгах за роботу. Та що насправді приховують зірки під час фотосесій? Спочатку продукт пластичної хірургії, а потім продукт постпродакшн. А ще потрапити на майстер-клас з позування на камеру, аби ваші світлини користувалися популярністю. Сьогодні цей день ми починаємо з відомим фотографом Вадимом Яцуном. Вадим Яцун – зірковий фотограф, викладач, артист та ведучий. Працює з відомими та успішними клієнтами, серед яких Віталій Козловський, Олександр Пономарьов, Марія Яремчук, Маша Собко та інші. Вітаю тебе, Вадим. Доброе утро. Ну, розповідай, як ти прокидаєшся? Я, кстати, просыпаюсь, как и раньше просыпался катастрофически сложно. Мне требовалось для этого не меньше 2 часов, будильника по 5 минут. А с чего начинаешь свой день? Я начинаю с того, что я пытаюсь проснуться. Сейчас уже гораздо проще, не более 3-4 будильников по 5 минут. Как-то это уже серьезно. Я, кстати, очень плотно занялся графиком, и теперь, если раньше ложился к 5 утра, то сейчас стараюсь не позже часа. И просыпаться легче, просыпаюсь по утрам. И что, ну там, стандартно умыться, побриться, хоть по мне не видно. Завтрак примитивный, какой-то простой, несложный, потому что поутру я не очень люблю долго уделять времени какой-то готовке. Тем более, что в любом случае приходится куда-то торопиться, чем-то заниматься, и хочется простой, легкой и вкусной еды. Что мы сегодня будем с тобой есть на снедах? Вот когда я говорил о самой простой примитивной еде, я чаще всего, для меня это творог. Да, это очень просто. Это то, что всегда можно приобрести, к сожалению, в магазине. Я никак не попадаю на рынки и по графику, и по районам, как-то все не совпадает, хотя я верю все-таки в то, что вот этот вот такой красивый, с желтыми прослоечками, вот такой вот жирненький, это пища богов, но, к сожалению, приходится покупать то, что есть в магазинах, то, что есть в торговых сетях, и, собственно, всегда это и какой-нибудь там, если это по вкусу, по желанию, йогурт, там, кефир, сметана, кому сколько там сахара, углеводов положено, не положено. Тут тоже очень важный момент. Поэтому это творог, это фрукты, это могут быть сухофрукты. В зависимости, я вообще, в принципе, неприхотливый. Я вот так открыл холодильник, что ще есть. Я ты накидал. Вот как бы вот ты, пойдемте. Друзья, открывайте ваш холодильник и давайте снидать разом, потому что час сніданку настав. Я насправді завжди обираю якісні та свіжі продукти, і тому заздалегідь відправився на ринок столичний, аби придбати усе необхідне. Давайте подивимось, як це було. Партнер програми – ринок столичний. Ринок свіжих продуктів. Ринок столичний, ринок свіжих продуктів. Давай ти будеш готувати, а я буду задавати. Вадим, я знаю, що у тебе музична освіта. Абсолютно вірно. Ага. Ну, розкажи нам, ти ж неодноразово брав участь у вокальних шоу. Що у тебе зараз із вокальною, з музичною стороною твоєї діяльності? На самом деле, я делаю то для удовольствия сейчас.
Когда-то я думал, что это будет то, что будет приносить мне деньги, то, что станет частью моей специальности, но жизнь меня развернула совсем в другую сторону. Не я это выбрала, она меня сама выбрала. Так получилось. Я не виноват. Я хотел нарезать. Ничего специально не я хотел нарезать, но потом понял, что зачем. Я же мальчик, я могу это все кулаком смолоть. Да. Чей сильный. Да, вот как бы мы-то отжиматься еще будем с тобой. Я планирую выпустить клип. Сняли мы его на самом деле. Это мой первый экспириенс в контексте клипа. Я был все там. Я был и режиссер, и постановщик света, и продюсер, и... Я выполнял вот все функции. На самом деле, кто знает, я вот понимаю, что, может быть, через какое-то время займусь клипмейкерством, кто знает. Потому что я понял, у меня легко это получилось, весьма за доступный бюджет, если так можно выразиться. А что будет за песня? А это грустная песня. Наспевай нам. Ой, нет, давай. Ну, хоча б декілька строчок із пісні. Для щастя світлої любові я помолюсь, хіркою чистою сльозою я обернусь, і та сльоза впаде від болю, сховає сум, і вдалеч потече рікою солоних дум. Ну, как-то так, клас. Я засмущався. Дуже круто. Мені для цього треку вдалося і пощасливилось сотрудничать с очень крутыми саунд-продюсерами. Uh-huh. Человек живет в Штатах, работает с очень многими украинскими, американскими артистами. И, кстати, как ни странно, с Тиной Кароль он тоже сотрудничает. Так как я был у нее в команде, но так получилось. Никаких связей. Так просто сложилось судьбой. Записали эту песню мы давно, выпустили мы ее еще, наверное, полгода или больше назад. Видео тоже отсняли мы, наверное, еще холодно, еще зима была. Но мы решили выпускать попозже, потому что пока мы смонтировали, пока организовались, пришла весна, и как-то не пора для грустных песен. Не пора. Там должна быть как-то больше любви, больше праздника. Давай, наверное, виноград возьму. Мы взяли такую тему в видеоряде, тема воды. Вода в разных ипостасях, в парообразном, в замороженном варианте, в жидком. Ничего. То есть все варианты воды мы использовали и, собственно, настрадались с моделью, потому что, представьте, мы были в съемочном павильоне, под холодным дождем, в холодной воде, с огромной льдиной мы проводили время в ванной частично с сухим льдом, температура которого минус 70. У меня были ожоги, холодом ожоги. Скільки ти платиш моделям, що вони згодні все це робити? Кстати, я как-то умудряюсь очень легко договариваться. И иногда я могу вот просто договориться. Ага, гипнотизуешь. Гипнотизирую, да. Своей бородой. Да, у тебя я борода, я скажу тебе дох, да. Мне отказывать нельзя, и потом это как бы плохо заканчивается, потом людей находят в лесу, поэтому мне легко отказывают. Опа, запам'ятайте, будь ласка. Повернемось все ж таки до Кароль. Да. Чому ти вирішив піти на відоме вокальне шоу України? Почему бы и нет? Я скажу по-другому. Тобто це було так просто, ти прокинувся? На самом деле, мне поступило некое предложение, а не хотите ли поучаствовать? В кастинге. Я говорю, давайте приду. Я потратил на это там не больше часа своей жизни. Мне сказали, окей, все, приходи. Прикольно. Всіх дуже цікавить все ж таки запитання. Після твого кастингу на вокальному шоу Тіна Кароль все ж таки погодилась на твою пропозицію? Нет, конечно. Хотя мне кажется, что ей бы уже самую пору. Хватит страдать. Самое время уже немножечко бы как бы и сделать шаг навстречу к более открытым вещам. Тем более женщина, которая одевается в латекс, вже на претендує. Может тебе позволить достаточно много. Все это шутки шутками, прибаутками. Потому что на самом деле речи после проекта об этом и не велось. И я не преследовал эту цель. Это такой некий хайп был, да. Почему? Собственно, это дало свои результаты. Это был хороший пиар-ход и с моей стороны. Конечно, он был весьма черный пиар, потому что вначале на меня реагировали достаточно негативно. В силу того, что я опять-таки был в сфере медиа уже представлен, и многие считали, что я купил место в проекте. Тобі ж це дуже необхідно. Да, вообще очень много вариантов было. Но все закончилось, несмотря на то, что я скоропостижно покинул шоу. Я получил массу благосклонных комментариев и получил хороший пиар. А зараз ти виступаєш на корпоративах? Тебе запрошують? Я даже не предлагаюсь. Я в этом смысле не работаю.
ну, я не вижу в этом смысла для себя, да? То есть люди должны понимать, что профессия артиста – это профессия, которая требует больших вложений, и они, ну, они несоизмеримы даже с вложениями фотографа. Mm-hmm. То есть вы должны понимать, что я подсчитывал в промо одной песни примерно, но нужно вложиться в около 20 тысяч долларов, соответственно. То есть если мы покупаем песню у какого-то именитого композитора, покупаем там же аранжировку, это 5 тысяч долларов, средняя цена. А это только песня. Затем клип мы должны рассчитывать на то, что если хороший видеоряд, то он должен стоить в районе хотя бы 10 тысяч долларов. Хотя бы. А затем, это, ну, мы так разговариваем о стартовых суммах. Ну, можно договориться там за 8, там, за 7, но все равно это, да, это как бы немало. А затем существует момент захода на каналы, радиостанции, какие-то каналы радиостанции берут бесплатно, а с какими-то каналами радиостанциями нужно решать этот вопрос финансово. Потому что, ну, все мы люди, все мы хотим зарабатывать, и все это бизнес определенный. Ну и поехали. Потом пиар, команда, куча всего. То есть, ну, промо одного трека – это в идеале, ну, хотя бы 20 тысяч долларов. Это если ты платишь за все. Щось мені підказує, що сьогодні ти будеш дивувати нас цифрами. Вадим, ти артист, викладач, ведучий, зірковий фотограф. А ким же насправді є Вадим Яцюк? Я творчий чоловік. Вот просто я творческий человек, люблю творчество, я люблю создавать что-то новое. В якому прояві? На самом деле, да. Я абсолютно не жалею, что не занимаюсь музыкой. Ну, я там оттворил, отделал, там, я занимался какой-то ремитеатром и преподаванием. И вот фотография сейчас занимает мою жизнь, да, занимает. И для меня важно творить, важны вот эти эндорфины, да, ведь творчество и процесс созидания – это процесс вот такого творения, то, от чего ты получаешь кайф. И я заложник вот этого процесса и вот этих гормонов счастья. И как бы если, они, если меня это заведет вообще в какую-то еще там 800-ю сферу, почему нет? Век живи, век учись, но это правда, но, как сказал один мой знакомый, это старую собаку новому приему не научишь. Поэтому я все-таки думаю, что в этой профессии я надолго. А чему сам ты решил заниматься фотографией? Ну, так получилось. Ну, серьезно, так получилось. Я, дело пошло, больше того, я как-то попал в какой-то один телепроект, волей судьбы, случайно, я был как эксперт в кадре, да, как фотограф-психолог через тире, да, и я занял какую-то нишу фотографа-психолога некого, да, который может работать с героями, выводить их на какие-то провокации, выводить их на какие-то эмоции необходимые, чтобы они что-то поняли, что-то новое для себя получили. И пошло, и эта ниша была никем не занята, и мне это приносит удовольствие. И поэтому как, я посчитал нужным заниматься тем, что приносит удовольствие и деньги. Мне кажется, что это правильный выбор. Ну, давай, можливо, мы уже трішечки поснідаємо и спробуем, что ж ты приготував. На самом деле, ничего такого ничего не сделал. Одного, да. Але все одно. Можно это приправить кто как хочет. Медом, сметаной, йогуртом, всем чем угодно. Я добавил просто орехи, просто виноград. Я решил не делать адскую смесь из всех фруктов всего мира. Ну, как бы жить можно. Це насправді просто, але дійсно дуже смачно. Ну, ось ти вирішив, я буду фотографом. На кого зі світових фотографів ти рівнявся? Я очень странный человек в этом смысле, потому что, как ни странно, что я использую слово «странно» уже несколько раз, я всегда старался ни на кого не ориентироваться. Але ж ти знаєш, мабуть, про Энни Лейбовиц. Конечно. Фамилии, имена какие-то определенные я знаю. Но я намеренно не просматриваю, не ориентируюсь, потому что я не создаю себе идолов никаких, я не создаю каких-то примеров, я стараюсь обращаться к себе вовнутрь и думать о том, чего бы мне хотелось. И когда я создаю какую-то работу, я могу накопить там 10-15 фотографий в настроении. От абсолютно в разном времени созданных, разными фотографами, разными моделями.
и из этого получить какой-то свой inspiration, да, такой. Потому что очень многие, вот я смотрю даже на своих студентов, которые намеренно ориентируются на каких-то фотографов, как правило, они стерты индивидуально. У них нет собственного чего-то. Угу. Они пытаются повторить кого-то, пытаются сымитировать, ориентироваться. Но такой человек уже есть. И все-таки обращайтесь больше к себе. Думайте того, чего бы хотелось вам. Саме тому ти такий оригінал, як то кажуть. Спасибо. А ми продовжуємо розмову про ранкові твої ритуали, в принципі, про ритуали. Чи робиш ти зарядку? Звісно. Бувають дні, коли я можу поставити собі відміну зарядки. Чому? Це рідко, тому що все, вже не можу. Це коли совсем устав. Коли очі відкриваєш. Коли совсем смерть смертна. Ну, такого бывает редко. Как правило, я, наоборот, стараюсь всегда уделить время зарядке, потому что в зал выберешься, не выберешься, это уже такое. А вот, во-первых, это раскачивает как-то. А во-вторых, я считаю, что у человека должны быть какие-то определенные ритуалы, какие-то вещи, которые он выполняет изо дня в день. Стабильно это вносит какой-то распорядок в жизнь. Там, потому что, знаете, такая праздная, богемная жизнь. Это, конечно, хорошо. Но все-таки должна быть какая-то структура, и как бы не было сложно творческому человеку вводить себя в структуру, какая-то структура все, крайне необходима. Ти у прекрасній формі, в принципі. Я думаю, що багато хто бачив твої світлини із ідеальним пресом. Це фотошоп? Ні, звісно. Ні. Я коли-то я буваю в більш там спортивній, в більш олімпійській формі, коли-то в менш олімпійській формі. Зависить ще від питання, ведь дуже важливо, наскільки регулярно виходить питатися, да? Для того, щоб мати якусь форму. Кому-то трудно похудіти, а мені, допустим, трудно поправитися. Поэтому я дуже сильно завишу від прийомів пищі. Если у меня много работы, я могу быстро похудеть за день, за два, я сбрасываю достаточно быстро. И я очень зависим от питания, да. Точно так же со спортзалом. Если я что-то пропускаю, то чуть-чуть менее там, да. Но, допустим, мне легче удерживать там сухую форму. Ты специально для съемки працював над собой, аби... Не, я просто понимал, что сейчас вот как бы хорошо, давайте... А давайте. Я же сторонник фототерапии. И сторонник того, что необходимо для себя делать подарки там раз там, в году хотя бы. И ну, просто ко всему, так как я там стараюсь вести какие-то соцсети иногда, когда на это хватает времени, я должен чем-то заполнять. Вот как бы поэтому я там, о, как бы сейчас ничего, можно заниматься, можно фотографироваться. Ну що ж, я тоді пропоную перейти до зарядки і подивитися, як же пробуджується Вадим Яцун. Ну що ж, Вадим, ми обов'язково поговоримо трішечки пізніше про цю чудову картину, а зараз давай показуй, як ти робиш зарядку. По суті, я не роблю нічого сверхъестественного, я роблю ежедневну зарядку, тому що так я просипаюся, і я не завжди із-за графіка можу добратися до спортзала, така життя. Вот, поэтому починаю я завжди з простого, з присідання. Ну, ми не будемо присідати, я просто можу розказати пару моментів, що як-то слишком пікантно. Ну, я можу присідати, а ти розказуй і контролюй. На те я й ведучий. Ну что ж, тогда ну, я не могу бросить одного. По сути, я начинаю с приседаний, каких-нибудь 2-3 подхода, мы покажем один. Самое основное для меня, можно поднять руки вверх, для того, чтобы спина была максимально ровной. И самое важное в данной ситуации, такое ощущение, что мы присаживаемся на стул. Но очень важный момент, чтобы коленка в данной истории не выходила за уровень ступни. Буквально 20-30 приседаний и... Ничего себе. Ну да, и так три подхода хотя бы. Вот. Ну мы не будем, я думаю, я все 30. Робити, да, ты, давай, ты давай не... Да, да что уж. Ну добре, добре. Я думаю, наши телезрительницы пусть... Обов'язково поприсідали, тому що сіднички... Да, это, вот, это важная часть, я на съемках все время, вот вниз, вверх, ну, вниз, вверх, понимаешь, нужно, мне нужно звичайно. Это все делать. Дальше отжимания, без этого никуда, тоже 20-30 отжиманий, 3 подхода, ну мы давай хотя бы десяточку так, для... Давай. Чтобы совсем не уж... Давай. Не на... оп. Так, чтобы прокинутись, потому что, да. Знаешь, я сегодня, если честно, уже не могу просто... Десять, думаю, достатньо. Друзі, давайте із нами робити, бо я відчуваю себе одиноким. Одинока я. Майже вовчиця.
Вот не надо, то сейчас забегу, ты же понимаешь, не упоминай Олега Винника, потому что это страшно. Отжимания. Дальше у меня всегда по программе идет, но мы здесь не сможем это, к сожалению, сделать. Я делаю отжимания у стены вниз головой. Это на плечи. Нічого. Да, ну я боюсь, что мы разрушим студию. І не факт, що нашим глядачам буде дуже зручно це так зробити. Я турбуюсь, бо їм ще на роботу сьогодні. Тоже, на самом деле, тут я рекомендую. Ну, это так, надо, чтобы кто-то вначале страховал, если вы никогда этого не делали, потому что это страшно. Я вначале прямо паниковал, меня страховали, все нормально. Но очень классное упражнение для плечей, для спины. Ну, конечно, начинает там стоить с двух, с трех раз, а потом уж когда растем. Больше, больше, больше. Потому что на самом деле это не очень просто делать. Дальше пресс. Да, ну как бы, у кого пресс, у кого куб, там уж кто как сможет, так и разберется. А у кого оберег. Я, кстати, к слову, никогда, ну, там, не делаю никаких особенно сложных, там, 500 вариантов. Ну, это максимум, если я иду в зал уже, да? Угу. Я исполняю сложные трюки. А дома утром, там, хотя бы, там, 3 подхода по 30, там, да? Самых простых, примитивных вариантов. Самое важное в данной ситуации, не знаю, для тех телезрителей, которые не знают, это отрываться не всем телом, а поднимать фактически лопатки. Мы выполняем скручивание, а не поднимание. Можно выполнять по-разному. Главное – контролировать. Ой, а можна я тут і залишусь? Тільки буду просто лежати і нічого не робити. Ну дійсно, мені здається, повністю вставати взагалі не потрібно, тому що в тому положенні... в даній ситуації ви можете поставити палець один вверх, вот другой вниз, і якщо є момент збирання, цього достатньо. Круто. На самом деле, вот більше і нет необхідності. Круто. Якщо ви раніше робили ось так, то це робити не потрібно. Ні, цього не стоїть робити. Секрет від Вадима Яцюна. Також не завжди безпечно тримати руки за головою, тому що можна добре себе потягнути і потім дві тижні ходити в дуже цікавій позі. Потім, що я ще роблю? Ну, звичайно, я беру два стула, які на одному і тому ж рівні, або два табурета, кому як комфортно. Ну, наші телезрителі і телезрительниці можуть просто виконати цей трицепс, так? Це елементарно. Ну, тут достатньо низько. Поэтому мы не сможем. Я беру два табурета потребно. Да, я беру два табурета высоких и вот. Круто. Хотя бы тоже 20-30 раз, неспешно, контролируя. И, как правило, в любых упражнениях самое важное – это момент, как это, разгибание, он должен быть длиннее момента, это как точно как жим лежа, да? То есть мы быстро, медленно опускаем, но быстро поднимаем. То есть таким образом мышца больше заполняется кровью, скажем так. Круто. Я не фитнес-тренер, мне это может быть трудно, и все на самом деле, але что я делаю. Знаешь, я тебе скажу так, что це непроста зарядка, яку показували у мене в студії. І мені дуже сподобалось. Ну, ми на ускорті з тобою, ми так рекомендації надавали, а пусть остальні роботи. Я сподіваюся, ви робили разом із нами, а ще краще навіть. Вадим, не секрет, що ти робив фотосесії для топових українських зірок. Це і Віталій Козловський, Олександр Пономарьов, і Марія Яремчук, Маша Собко, і, в принципі, ще багато інших було. З чого все розпочалося? І взагалі, який випадок тебе зробив відомим фотографом? Одно діло проснутися знаменитим, друге діло бути, да, каким-то известним чоловіком или востребованим, що ще гораздо важливіше, чим бути знаменитим, з моєї точки зрения. По поводу того, как я стал фотографом, да как-то само так получилось, вот без шуток, вот реально как-то само так получилось. Можливо, починав на телефон фотографувати, а потім вже в тебе це переросло. Попався в руки мені фотоапарат, я что-то начал щелкать. І начали погано. І оно как-то і пошло, а потім какие-то закази, а потім мене как увлекло, я стал очень много изучать, заниматься самообразованием, интернет, переинтернет, пересмотрел кучу дурацких, идиотских и прочих блогеров, которые считали себя мастерами данной отрасли, но так как на самом деле в нашей стране копнуть информации на тот момент особенно было вообще негде, ее просто не было, то я молчу уже образование, оно было еще безумно дорогое, сейчас уже как-то сдемпинговали, да, появилась некая конкуренция, и уже гораздо проще современному фотографу пойти на какие-то курсы. Да, это бывает недешево, там, да, курсы в среднем около 20 тысяч стоят, да, но это недорого, на самом деле, это абсолютно недорого. В Украине такая цена? Да, потому что, с моей точки зрения, подобный курс стоит должен гораздо дороже. Учитывая тот факт, если человек хочет действительно заниматься этой профессией, он подобную сумму может отбить половину съемки. Угу.
если он хороший, хороший специалист. Ну, тогда я с тобой Да, я платил, я занимался самообразованием, но мне было сложно, невероятно сложно. И в этом кайф, ты тогда знаешь цену своей работе. Ціна. Який був перший гонорар? 400 гривен. 400 гривен? Це була зірка? Ні, це була дівчинка, а, ну як, може бути, навіть зірка. На той момент це було круто, це була танцівщиця з балету «Фрідом». Ага. І вона заказала у мене зйомку, ми щось фотографували у моєї подруги вдома, це ще була перша полузеркальна камера. Ну, що там знімали, весело, що там ретушировав, там не умеха я ще був вовсе, да. Ну, нічого, как бы, какие-то первые деньги пошли, хотя я на самом деле очень долго и, наверное, ну, не так давно перестал стесняться говорить о деньгах за работу, потому что до какого-то момента мне казалось, о боже, как можно брать за это деньги, это же такой кайф, да, там, ну, это всего лишь моя вина, что я выбрал работу, которая мне нравится. Ну, это круто. Перше зіркове замовлення, яке було? Хто це був? І взагалі після чого, як ти думаєш, після чого тебе почали замовляти зірки? Кстати, на самом деле артисти не так часто і заказывают съемки. Вот прям чтобы заказывать, да, как правило, так оно или случается, или это мое предложение творческого сотрудничества. По-разному. Ну, то есть я не плачу уж точно. Или же это журналы. Как-то совпадает так, что мы попадаем вместе в издание, потом... А кто же был одним из первых? Да вот, честно тебе даже не вспомню, то ли Маша Еремчук это была, то ли Маша Сапко, но вот кто-то из девчонок, вот, из Маш. Кто-то из Маш. Якась Маша. Были первыми, наверное. Я, честно, даже не так, это, в принципе, не так давно было. Я-то в профессии всего там 5-6 лет. Очень немного. И, ну, почему-то уже забылась такая динамика. Ну, окей. Ти, коли починав, ти, в принципі, міг фотографувати, як я розумію, і безкоштовно. Спокойно. А зараз? Скільки коштує година зйомки? Все, ну, скажем, это так, не так, то, что я убегаю. Так, давай бы ты сказал, что ты можешь говорить про гроши. Я не убегаю от вопроса. Все, на самом деле, очень индивидуально. Потому что проекты бывают разные. Если проект, точно так же, как в любом бизнесе, да, проект бывает масштабным, да, и это может быть заказ на несколько дней, на неделю, и тогда это может быть скидка, да, то есть тогда мы говорим о том, о рентабельности проекта на данный период. Сколько, за сколько там выгодно мне или любому другому фотографу в Украине быть занятым эту неделю конкретно этим проектом. А есть ситуация, когда это будет почасовая работа. Средняя цена, я могу говорить о рынке в Украине, да, средняя цена у топовых фотографов – это в районе 150 долларов в час. Година. 150 долларов. Да, это немного, да. Я просто почему, когда мне так говорят, что удивляются люди, честно, ведь о боже, но если мы посчитаем образование, технику, которую покупает фотограф, да, техника, ну, только один фотоаппарат – это минимальная, самая минимальная стоимость, ну, средний топового аппарата, это не учитывая оптику, это 2500 долларов. А если мы говорим о оптике, а желательно, чтобы у фотографа был целый парк оптики, да, то есть необходимая оптика, хороший объектив стоит в среднем от 1000 долларов. От 1000 до 3000, да? В среднем это то, что может пригодиться к портрету. Я не говорю о каких-то там репортажах, там супертеле, перетеле, да, потому что это не моя специфика, я не могу здесь отвечать. Но там желательно иметь там, ну, хотя бы три варианта объектива, хотя бы там, да, мы так посчитаем, ну, по 2000 долларов объектив. Это уже шестерка. 2,5, 6, это я беру самые низкие цены на рынке. То есть если фотограф озадачится и будет искать и оббегать, там, мониторить, ну, 30 магазинов. Часу немає. Да, ну, то есть, как бы, это очень серьезные цифры. Плюс вложение в образование, которое это минимально несколько тысяч долларов и несколько лет труда. А, мы еще считываем в самообразование те съемки, которые фотограф должен делать сам для себя, которые он оплачивает. Он оплачивает визажиста, который стоит хороший, это минимум 100 долларов. Он оплачивает студию, на которой он около 100 долларов тоже убивает. Он оплачивает модель, которая стоит, ну, около 100 долларов в час хорошая. Это если говорить о хороших. То есть, если мы посчитаем суммарно сумму, которую фотограф должен вложить там, за несколько лет, чтобы получить какой-то портфель, удачный портфолио, да, свое собственное, получить образование и иметь достойный парк техники, то мы войдем в сумму в 100 тысяч долларов. Поэтому сумма в 150 долларов в час в данной ситуации
уже не слушается такой страшной, однозначно. Правда? Однозначно. Знаешь, если честно, я здивований, что $150, потому что я чомусь думав, что у тебя цены стартуют десь від 1500. Не, ну мы же говорим о часу, ну, о часе съемки, а не о... Мы же не говорим... Я теж про годину. Ну, якщо так, то я бажаю тобі, щоб були такі гонорари за годину від $1500. Я би теж хотів, я би хотів, щоб в нашій країні були такі фінансові ресурси, коли фотограф може запросити, от так. Ти презентував свою фотовиставку, наскільки я знаю. Скільки грошей ви зібрали для, на благодійність? На той момент це була взагалі фаст-виставка, я назвав це, тому там около, там, около какой-то десятки ми зібрали, і все. То есть, как бы, это было так скромно, потому что и вложения наши были минимальные. Это на самом деле. Опять-таки, если я сейчас посчитаю по полному тарифу, сколько должен вложить человек в фотовыставку... То у меня волосы дыбки станут. Да, то есть, если мы берем хорошую площадку, она может стоить спокойно 30 тысяч гривен в день. Выставочная. А мы говорим о неделе выставки. Считаем. А, это, а если мы возьмем какой-нибудь, допустим, ЦУМ, ну, то мы умножаем цифру в сутки на 10. Звучайно. В 10 раз, да? А, и, ну, то есть, и, как бы, площадки достаточно дорогие. А, затем печать, она тоже достаточно дорогая. А, затем организация мероприятия, еда, развлечения, то есть, привлечь, допустим, я привлекал там театр, который там делал перформанс, да? Но в моей ситуации у меня большое количество друзей, знакомых, я такой инициативный парень, я знаю всегда, как вырулить, да? А, того же диджея оплатить, музыку, свет, ну, то есть... Ну, бюджет будет весьма. Для парасичного громадянина он будет абсолютно неподъемен, и не только для, не, для, для непарасичного. Потому что как бы, это большие цифры. А, но если быть человеком, быть целеустремленным, это я сейчас так обнадеживаю людей, да, все-таки ну, не запугать до смерти, то можно договариваться всегда. Ведь все люди, существуют площадки, которые могут давать аренду на каких-то условиях бартерных. Ну, в договоренностях, за рекламу, за то, что будут подключены серьезные медиапартнеры. Как вы подтянете этих медиапартнеров? Это уже ваша мнение, проблема, да? И вот и поехали. То есть это снежный ком. Вам нужно уметь составить это бизнес-предложение, составить пресс-релиз, по которому вы уже придете к заказчику, к тем же печатям, к партнерам к кетерингу, на площадку. А ты сам складываешь свой бизнес-план? Когда как? Ну, я во всем участвую. Я абсолютно все контролирую, я отвечаю за каждое свое слово. Поэтому в основном, то есть если не я, то на 80% я. А що ти порадиш для молодих починаючих фотографів, які, наприклад, хочуть влаштувати свою фотовиставку? З чого їм найкраще почати? Ну, окрім, звичайно, яскравих робіт. Це само собой. Потім задуматися, нужно ли їм це. Потому что это на самом деле еще тот секс. Я бы так назвал. Это потому что ну, мы как-то так лихо сообразили, как-то, знаешь, у нас какая-то, видимо, там была аура и защита, потому что у нас все получилось за там неделю-две. То есть это нереально. Шутка. Это нереально. А в целом, если готовиться к этому, это будет гораздо сложнее. Задуматься, нужно ли это. То есть у этого должен быть какой-то выхлоп к этому. Зачем? То есть я понимал, что, ну, как бы мне... Хотелось уже. То есть я понял, что накопилась куча работы, есть амбиции. Потребно их кому-то показать. Думаю, как бы, что там они валяются в Фейсбуке, в Инстаграме, надо их куда-то двигать. И мы так придумали какую-то благотворительную историю, подтянули фонд, подтянули то, пятое, двадцатое, и оно так все срослось. Получили опыт, да, классный, в этом году уже снова хотим делать вторую выставку. Класс. То есть... Нужно понимать, откуда вы будете брать ресурсы. Нужно ли это вам? То есть нужно, с моей точки зрения, нужно доползти до какого-то уровня, чтобы вы стали интересны какому-то определенному социуму. Потому что, чтобы на вас пришли, вам, опять-таки, реклама в интернете, тоже нужно вкладывать деньги. Это хотя бы там по $5-10 в сутки, но нужно вкладывать, а это там да, месяц рекламы, и уже сумма складывается совсем другая. Поэтому... Все, нужно просчитать рентабельность, да, вашего вложения. А
Касательно того, вот, допустим, с чего стоит начать, да, все скажут, что, боже, назвал такие суммы, не буду заниматься этой фотографией. Да, это дорого. Это дорого. Это как и любой бизнес. Слушайте, но если вы хотите быть хорошим юристом, вы хотите там, либо кем, вам все равно нужно платить образование. Да, это будет длиться 4 года, вы будете его оплачивать. Вам нужно будет оплатить то, 5, 20, это нормально. Вы вкладываете для того, чтобы потом заработать. Точно как с любым бизнесом. Хотите открыть кофейню, купите там автомат, оплатите там аренду, все. То есть это такой же бизнес. Чем он отличается? Абсолютно ничем не отличается. Это вложение. Поэтому копите. Не знаю, там, на обедах экономьте. Мне спасибо, Господи, там, у меня первую технику я купил за первый гонорар из музыки. Ага. Вот так произошло. Коротше кажучи, обов'язково потрібно вкладати в себе немалі кошти для того, щоб потім отримувати плоди. Какие-то кредиты, поиски, одолжить, потом отдать. Все это разруливается. Знаете, вот, ну, у меня на днях произошла абсолютно неприятная ситуация. У меня украли технику. Oh my God. То есть вы можете представить, у меня ушел автомобиль. Просто так, из-под носа. Да, из-под носа в ресторане мы как раз праздновали съемку очень успешную, одну для одного очень серьезного издания. Но и неудачно, видимо, отпраздновали. Кто-то за нами, видимо, шел в этот момент. И, ну да, мне пришлось вот точно так же, как и обычным начинающим фотографам сейчас. Да, у меня какой-то капитал был отложен, но мы снова возвращаемся к суммам, которые нужно вложить. А тем более мне уже на моем уровне нужно вкладывать не в среднюю технику, а в хорошую, в топовую. Поэтому да, я там что-то у меня было, что-то я там одолжил у знакомых. Точно, я сейчас на таком же старте, как и все. Поэтому не бойтесь рисковать. Когда мы говорим о стоимости фотографа работы, ведь съемка не обходится часом работы, да? Съемка обходится порой 6-10 часами работы, обходится порой несколько дней работы. Затем работа декораций, декораторов, работа визажистов, гримеров, стилистов. Целые команды. Если подсчитать общий бюджет мероприятия, он может сложиться в такую круглую сумму, в невероятно круглую сумму. Поэтому логично, что работы стоят дорого. Плюс ко всему, они же это не просто работа. Это работа, сделанная именитыми людьми, которые прославились так или иначе. Ситуации разные. Круто. Давай трішечки попліткуємо, і мені дуже цікаво, з ким із зірок тобі подобається працювати найбільше? О, такий вопрос сложний. Чому сложний? Потому що, ну, а нравится ли мені працювати з артистами порой? Ага. Я зрозумів. Ну, добре, а з ким, в принципі, тобі, ну, ось просто, щоб було все комфортно? На самом деле это очень, очень человеческий фактор. Кайф можно получить как с самым простым человеком, который будет просто пластичен и открыт к работе, да? А можно получить и с артистами. Почему с артистами порой сложнее работать, как ни странно? По той причине, что у артиста часто очень абсолютно четко и, как я назову это, квадратно, да, сложен образ. Вот эта поза хорошо, вот эта сторона хорошо. Вот такой макияж хорошо, вот такая одежда хорошо, и все, что лево, право, малейшее движение, порой даже эмоция, это все сразу, это снос мозга. Поэтому тут фотограф, который работает в медиасфере, должен учитывать все эти аспекты. И из-за этого порой сложнее, и удовольствие получить от работы еще сложнее, потому что, ну что такое удовольствие для фотографа, для творческого человека? Прежде всего, это возможность сделать что-то новое. Ну а как можно сделать что-то новое с человеком, который уже реже всего готов к чему-то новому? Есть ряд артистов, которые, наоборот, готовы к экспериментам, готовы видеть себя по-новому, хотят этого. А есть, которые говорят, что хотят, но приходят и все строят под себя. Да? То есть это тут... Я начал хочу, але не дуже хочу. Вообще не по-новому получается. Поэтому это очень такая ситуация с качельками. Можно ожидать от съемки чего-то вау, приходишь и понимаешь, что там, ну, модель там не горяча. Ну, а с ким подобається тобі працювати? З чоловіками, з жінками, з зірками, з дітьми? З ким найбільше і комфортно взагалі? З моделями, можливо, з блогерами? Кстати, з дітьми взагалі не працюю, не люблю. Взагалі, от як-то не моє. Дітей чи працювати з ними? Ні, от як-то не відбираю хліб у людей, які займаються дитячою фотографією. Зачем? Точно так же зі свадебною фотографією. От як би, ні, ну як би, якщо мені там, я, знаєте, я, коли кажуть, ні, ні, цього не зроблю, ні за які гроші, люди вруть. У каждого є ціна, і я теж чоловік, я теж за великі гроші готов зробити те, що мені не подобається. Но більше всього люблю працювати з жінками, наверняка, і з фактурними чоловіками.
Чому? Тому що легше, чи тому що вони більше йдуть на якісь... Женщина, тому що вона способна трансформуватися, макіяж, прическа, одежда, і легче. Можна більше творчества навернути, другой мейкап, другой варіант, пози, какие-то історії, тобто гораздо все пластичніше. Фактурний мужчина хорош тим, що йому достатньо просто стати і посмотреть. І все. Какой-то структурний світ. А який це фактурний чоловік? Фактурная, знаешь, фактура — это такое слово, оно очень обширное, да? Ну, точно так же фактурная женщина, я скажу так. Это фактурная — это содержательная. Человек с содержанием. Какая история уже. Да, то есть человек, который пережил какое-то количество падений, взлетов, боли, чего-то интересного. И в очах печаль. Это всегда видно, в глазах всегда видно содержание. Ведь, знаете, вот я часто наблюдаю за девочками, которых снимаю, с которыми работаю. И как бывает, не напомаживают их, да, и не разрисовывают, если нет чего-то внутри особенного, да, содержательного, mm-hmm. нечем рассказать глазами. Тогда и фотография получается... Ну, ось давай, ти мені покажеш зараз на фотографіях, ось, хто тут фактурний? Чоловік чи жінка? На самом деле, вот мы можем взять Эмми, это девочка из супермодель по-украински. Ага. А это одна из моих любимейших моделей. На самом деле. Да простят меня все остальные, о боже. Потому что с ней было работать само удовольствие. Мы друг друга плохо понимали, потому что она по-русски плохо говорит, а я так себе говорю по-английски. Ага. Тобто ви жестами спілкувалися. Нам не нужно было разговаривать. Нас было около 4 часов работы. Тобто вона стала в кадр. У нее была эмоция абсолютно живая. Mm-hmm. На самом деле здесь нет ни одной работы, потому что их отбирал я, с которыми мне не нравилось работать, потому что все, ну, как бы я бы не показал зрителю то, с чем мне было не живо и не душевно. Ну, первое, конечно, зацепился за Эмми, да, потому что она как бы... Ну, а потом одна из моих любимых работ — это Ника, тоже модель профессиональная. Mm-hmm. Человек, который пошел абсолютно на все эксперименты, она в земле просто валялась несколько часов. Мне ее было очень жаль, но творчество оно не терпит. На самом деле здесь вот все, наверное, вот кто там, Габриэла Масанга ведущая, там, да, и мы съемки вот для одного известного мужского глянца сюда попали, в том числе частично. Мел Малавинда, тоже очень хорошая работа была, яркая, динамичная. Кстати, здесь в основном модели. Вот, кстати, Виталик Козловский, он пошел на эксперимент, кстати, вот один из немногих артистов. Это Виталик, да. Я навіть не впізнав би його, якщо чесно. Але робота дуже крута. Спасибо большое. Он пошел на абсолютно провокацию, мы его измазали черной краской, осыпали золотом, и он позировал в этой всей истории, мы его потом еле отмыли. Это моя традиционная история, я всегда испачкаю модели что-нибудь белое, черное, мне интересно. Ну, оскільки ти вже розповідаєш такі історії, розкажи, будь ласка, на які жертви приходилось іти тобі чи моделі задля крутого кадру? Давай. Ну, от нас почали говорити з Эмми, а она у нас там стоит в чем-то белом. Рассказываю историю. Значит, мы взяли на съемку глину, да, потому что мы хотели, она темнокожая, мы думаем, белая глина будет круто. И когда мы начали размачивать глину, она превратилась в зеленую. Зовсім не те, на що ви очікували. Вообще, абсолютно не то. И как-то ненавязчиво и случайно за собой из дому захватил краску для стен белую. Также у нас были разные оттенки гуаши. Да, слушай, даже не помогла смесь с краской для стен. Не поверишь, мы добавили красные гуаши, и красный нейтрализовал зеленый. Вот, кстати, знание колористики спасает очень сильно. Красный нейтрализовал зеленый, получился белый. И получилась белая глина. Но мы, конечно, добавили крем в эту всю смесь, чтобы это можно было потом отмыть. Но это было тяжело. Виталика мы измазали в черную гуашь. Он еще несколько дней ходил черный, но зато довольный. Самое важное, чтобы модель вышла счастливой после съемки. А что это за золотые какие-то... Разводы? Это как раз технология съемки с выдержкой. Не просто с выдержкой, а с выдержкой со смешанным светом. Поэтому это такая сложная история. Это для уже таких более осознанных фотографов. Вот получаются такие интересные эффекты. То есть это не рисовано, это не графика. Также отстрадали у меня модели, которые снимались вот в той такой тягучей белой прозрачной жидкости. Все спрашивают, что это, я не расскажу, это тайна. Отмывались они тоже, оно легко смывалось, просто оно очень липло. Це ти придумуєш усі ці ідеї? Ці іздівательства над моделями. Так, над моделями. І над зірками також. Це чоловік я. Це чоловік я. Ну, треба ж якось розвлікатися і щось цікаве робити. Просто фоточки. Хотів напроситися до тебе на зйомку, вже не хочу. Вже не хочу. Розкажи мені, будь ласка, а хто із зірок
найбільш сором'язливий, тому що я знаю, що якось тобі на зйомці потрібно довелося навіть знімати футболку, аби ні, на самом деле я роздіваюся іноді, тому що дуже жарко становиться і насправді я роздягаюсь просто так. Мне очень жарко становится. Я давно, кстати, стеснительных людей уже не видел. Особенно, когда я стал сотрудничать с изданиями, которые демонстрируют ню. Я вообще стеснительных людей давно не видел. Ну, а якщо, наприклад, приходить до тебе модель, ну, яка, ну, дійсно сором'язлива, як релакснути? Самое простое – это доверие. Это довериться человеку, фотографу. И здесь уже фотограф должен работать как психолог, не иначе. Потому что самое важное – это выработать чувство того, что ты не представляешь опасности для модели. Да? Потому что модель, она фактически, ну вот, я не знаю, это то же самое, что раздеться на площади. Да? Вот, а человек, допустим, человеку, который себя не считает совершенным, поправка, да? Поэтому, когда они выходят перед камерой, они боятся, они беспокоятся, как они будут выглядеть, а так ли они станут, а так ли они получатся. Здесь самое важное убедить, что кадров у нас как минимум 1000 там есть в запасе, а то мы сейчас сольемся, еще 1000 будет, какой-то из них в любом случае получится. Выработать стратегию доверия, что все хорошо, там, все будет замечательно, это какой-то тактильный контакт, это важно. Вот момент вот этого того, что человек не боится там довериться, потрогать, это важно. Тут на самом деле я рекомендую пройти курсы какой-то примитивной психологии для фотографа, потому что это важно. Короче, фотограф має бути людиною універсальною. Да, он должен понимать в макияже, в прическе, в свете, в постановке, в позировании, в стиле одежды, в психологии, во всем. Я так розумію, ти обрав такий фешн-напрямок, аби реалізувати усі свої крейзі ідеї. Ну, звісно. Ну, скажімо так, таке неке немножко арт-направлення, комерційне і арт-направлення. Це моя робота. Ну, мені так цікавіше. Я не можу знімати одне і те ж, да, з однієї і тієї світової. Я знаю ряд фотографів, топових навіть фотографів у нас в країні, які заробляють весьма. Которая у них световая схема одна из месяца в месяц, из года в год. Он садится на стульчик, ставит, я называю, октобокс, трипбокс. И как бы вертись. И работают люди. Я так не могу, мне скучно. А главное, я чувствую ответственность перед своими клиентами, и ну, я не могу выдавать идентичный продукт. Это же, как по мне, это обесценивание профессии, и это неуважение к клиенту. Однозначно. Таке буде зараз пікантне запитання, мені воно дуже цікаве. На світлинах яких зірок ти використовував найбільше фотошопу, аби скрити їх недоліки? Да на всіх. Тобто дуже часто просять зробити їх молодшими, більше груди, підтягнутими. Да ні, на самом деле, ну, люди... Чи це вже твоє бачення? Это, во-первых, моє видение. Второе, люди очень часто забывают. Одно дело – видео, которое, между прочим, сейчас тоже ретушируют. И когда люди смотрят видеоклипы, они забывают о том, что видео тоже отретачено. Когда смотрят фильмы, они забывают о том, что ретач в кино очень сильный. И людей переделывают полностью, дорисовывая фигуру, меняя форму, делая моложе. Все что угодно, это сейчас технологии. И в этом ничего плохого хочется нет. Плакать, так нет, честно. Я вот опять-таки я обращу внимание, что существует понятие фоторепортаж, да? Или там стрит-стайл съемка. Там да, там минимальные переделки, какой-то легкий цветокор, до свидания. Если мы говорим о художественной фотографии, как о искусстве, так вот, ну, искусство предполагает некую удаленность от реальности. И я не забываю, что артист – это продукт искусства. Это такой же коммерческий продукт искусства. И он имеет право быть оторванным от реальности, от себя в действительности. И я в какой-то мере даже противник ведения там Инстаграма артистами, да, личных страниц. Потому что таким образом они нивелируют свою личность как продукт искусства. Они себя отождествляют с обычными людьми. И тогда пропадает вот эта грань, да, что это искусство, это что-то другое, а это вот реальная жизнь. Ну, может быть и так, но... То есть ты считаешь, что артист не должен быть ближе до народа? В какой-то мере да, не на 100%.
Но в этом и есть как раз тайна и дороговизна артиста, да? Как раз недосяжность. Обрати внимание, раньше, если мы посмотрим на какой-то этап, там, 10-15 лет назад, был некий культ личности, да, у артиста. У зарубежного, у соотечественного, скажем так, артиста был культ личности. И это интересно, потому что артист исчезал с... Ну, когда фонарь погас на сцене, артист исчез, и никто не знает, что там дальше. В этом тайна, в этом привлекательность. А когда артист, простите, постит свои труселя, и, а вот тут я зубы чищу, а вот тут у меня а новый прыщ. А тут світло погасло, і артист достає телефон, і «А, привіт, ми щойно повернулися в концерт». Пропадает магия. Мэджик уходит. Вот это отрывает немножко от действительности. И это цель искусства – немножко увести от обыденности. Но сейчас немножко все поменялось. Может быть, я излишне старомоден, да, в этом смысле, но я так вижу. Цікава дуже думка, насправді. Я не просто так у тебе запитав про фотошоп, тому що, оскільки ти професійний фотограф, ти дуже швидко можеш оцінити, де використаний фотошоп, а де фотографія, ну так, де правда, а де фейк, скажімо. Кстати, откоментирую эту ситуацию. Да, фотошоп видно, но если работал очень хороший ретушер, то отыскать ретач не так просто. Ну, зараз ми і перевіримо. Я хочу, аби ти подивився і сказав, чи використаний тут фотошоп. Ну, по-перше, друзі, фотографію показую для вас, звичайно ж. Я эту всі уважно подивилися. Здесь все фотошоп. Скажи... Я знаю просто, я видел исходники, и там полная катастрофа. На самом деле, потому что такое чувство, что ее Леди Гагу, к сожалению, как-то били. А потом и ела у меня такое чувство. И там... Ой, я тогда ну, тебя переворачиваю. Же, да. Есть еще хуже, там есть одна и та же, когда одна и та же фотография. Ну, к сожалению, как бы с моей точки зрения, артист не имеет права выглядеть подобным образом, как бы страшно сейчас не звучал, потому что артист это человек, который занимается собой, обязан заниматься собой. И, кстати, Леди Гага комментировала эту съемку и сказала, что да, меня ретушировали. Ну, там такие смешные комментарии, потому что она здесь в парике, на самом деле. Все знают, что она носит парики. Ну, она там не так хороша, так как должна была бы быть. Это правда. Увага на наступну фотографію. І скажи, будь ласка, що тут зробили із цією зіркою? І взагалі робили щось чи ні? Ну, для мене це буде легко, тому що я теж знаю історію Тім. Я знаю, як вона виглядає в дійсності. І у неї весьма, скажімо так, обширна проблема з такою звісною історією, як целлюліт. И, конечно, мы, если коснемся исходника, мы увидим, ну, вы увидите правду. Вы должны понимать, что талия, конечно же, у Ким не так хороша, что-то где-то подвисает. А то, как мы бачим, тут трешечки форму переделывали, Италию. Да. Форму переделывают, и это, кстати, далеко не самый мягкий пример, вернее, это один из самых мягких примеров ретача этих фотографий, потому что я знаю ситуацию, когда Ким уменьшали в несколько раз. И переделывали. Но почему так происходит? Потому что ее пытаются создать вот как раз продуктом неким искусственным, да, когда это супер объемная попа, бедра, супер узкая талия, что невозможно с точки зрения анатомии. В принципе, вы должны понимать, что это вначале продукт пластической хирургии, а затем продукт постпродакшена. Но мы тоже относимся к этому как к продукту, который потребляет потребитель, простите за тавтологию, и на это просто реагировать. Ну, о боже, у нее есть целлюлит. Конечно, у нее есть целлюлит, она что, не человек? Тобто, якщо ви, друзі, дівчатка, хочете рівнятися на Кім Кардашьян, то я вам скажу, це фейк. Это абсолютный фейк. Я настоятельно, опять-таки, работая с девочками, которые часто прибегают к услугам хирургов, я не рекомендую, наоборот. Я дико радуюсь, когда ко мне в кадр попадает девушка там, с природной грудью, интеллигентной, да, с невпередутыми губами. Я за то, чтобы люди обращались... Вау, пришло сейчас натурально. Да. Я за то, чтобы люди умело обращались с косметологией и пластической хирургией. Я взагалі за натуральну красу, тож, будь ласка, будьте обережними з цими усіма косметологічними процедурами. Да, просто, может, можно. Это можно и нужно, но
аккуратно. Все в рамках, знаете, все, що занадто, то не здраво. Это очень правильная фраза. Будьте натуральними, дівчатка. Так, і ще одна фотографія. Ну, це одна з моїх улюблених акторок. Анджеліна. Так. Що тут робили взагалі? Ну, вона, понятно, що вона дівчинка, вже не дівчинка. И в любом случае мы можем говорить о морщинах. Тут даже, знаете, ну, не надо ходить к бабке. Понятно, что будет не так все свежо, как могло бы быть. Это нормально. В этом нет ничего страшного. Да, ну, здесь, понятно, доретачили и подчистили всю историю. Там какие-то складки на лбу. Кстати, для меня Анджелина Джоли – это один из самых удачных вариантов посещения косметолога. Ага. Потому что, знаете, один мой знакомый сказал, как правильно работать с косметологом. Это вы берете свою самую удачную фотографию, там, 10-15-летней давности, и идете к косметологу и говорите, мне вот оставаться вот так. Так, так, есть. Не, вот, а просто оставаться вот так. Вот Анджелина, она как раз из тех актрис, которые... остаются в форме. То есть то, что что-то немножко увяло, немножко уже не так празднично, как могло бы быть. Немножко как бы хоп, на нюанс там, нюанс тут, и просто основная задача держать то, что есть. Ти знаєш, мені здається, що одним із секретів успіху гарної фотографії є також позування, те, як позує модель. Можливо, ти проведеш нам невеличкий майстер-клас, як правильно позувати на камеру. Тема широченная, да, на самом деле, понятно, есть классика, там никаких локтей в кадр, потому что если вы направляете локоть в кадр, у вас будет такое ощущение, что вы человек с ограниченными возможностями, да, то же самое с коленками, там, да, если это повороты, должны быть все в сторону, то есть никаких острых углов, никаких конечностей и обрубков там, да, в кадр записывай не стоит. Обовязково. Затем, понятно, если есть понятие обрезки и кропа фотографии, не режется по изгибам, да, по суглобам, то есть режется там... в каких-то зонах, которые не режутся по суглобу, потому что тоже вызывает весьма противоречивое ощущение. Хотя, на самом деле, это тоже спорно. Это очень спорно, потому что многие издания, такие как Vogue и прочие подобные, мировые, они режут как хотят, они так видят. И тоже окей. Но они диктуют моду, в принципе. В принципе, да. И порой их задача, наоборот, уйти от стандарта и от канона, чтобы шокировать, чтобы получить какой-то хайп. Если вы используете какие-то руки, там, что-то прикладываете, вы никогда не деформируете лицо. То есть там не... Ага, вот это вот вы не исполняете. То есть если это могут быть жесты, которые около, они как бы придерживая. Затем кисти, чтобы были всегда привлекательны, вы не склеиваете пальцы. Да? Там, это всегда расстояние между пальцами, вот где-то на таком уровне. То есть это если это руки, жесты, это все в свободе между. Между пальцами. Потому что любые склеенные истории, вот эти все, они выглядят, ну, тоже, вот тоже опять-таки, вот кутенькие ручки. Это если уже вот рука вот так как-то вот собрана, уже некрасиво. А если рука будет со свободой, да, опять-таки, все упирается в образование, да, образование беру в широком смысле этого слова. Минимальное занятие хореографией, пластикой, актерским мастерством, психология. Кстати, человек, который ходит к терапевту не потому, что он псих или болен, а потому, что он хочет быть больше принимать себя, понимать других. Он будет более свободен, он будет легче себя принимать, и он не будет так зажат. То есть у позирования много факторов. Если у вас, к сожалению, так сложилось, там есть восьмой подбородок, то, понятно, не стоит прижимать шею там, или фотографироваться снизу, а стоит выбрать ракурс несколько сверху и, возможно, даже немножко подвинуть лицо вперед для того, чтобы получить более удачный визуальный ракурс и скрыть какую-то несколько зон провисания. Вариантов может быть масса, все индивидуально. Есть какие-то классические вещи, о которых я там немного немножко упомянул уже, там какая-то сотая часть, и все их на самом деле можно найти в интернете. Это за то, что является каноничным для моделей. Но сейчас поза одна. В основном, как бы, она примерно вот так выглядит. Или еще это очень частая ошибка, я наблюдаю, что у людей они застывают одной эмоции.
Они понимают, что там вот такая улыбка удачная, и классно, они только эту улыбку исключительно. Также это касается поклонниц ботокса. Они просто не могут, у них не получается. Они на полгода замораживаются, поэтому у нее там двигаются только губы, и она... Все, что она может, как бы, то, что получилось, то и получилось. Цей день ми розпочали із зустрічі з відомим зірковим фотографом Вадимом Яцуном. Вадим, ну давай розкажеш ти нарешті, що це за картина, і взагалі, я так розумію, це подарунок? Звісно, це подарок для вас, собственно, для наших телезрителей. Ми її, наскільки розуміємо, ми її розіграємо у вас на страничці. Обов'язково читайте всі умови участі у розіграші на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Это не просто картина, и это не фотография, скорее это компиляция из 20 фотографий, которые были у меня. Я расскажу, как случилось и как получилась данная история, данная фотография, скажем, данная компиляция. Стал вопрос реконструкции сайта, и нужно было придумать. Как-то так само пришло, вечером мы общались с друзьями, и мне мой знакомый говорит: слушай, а если вот, и я говорю: да нет, это невозможно. Что ты не несешь, отстаньте от меня. Очень часто так я отказываюсь, потом пришел домой и думаю: да нет. Все ж, мабуть, само собой. Все-таки нет ничего невозможного. Я сварганил из там нескольких девушек, там их, наверное, человек 6-7. Я сварганил одну, и мне это показалось очень забавным, и мне теперь даже будет не стыдно разместить подобную фотографию. Я долго искал, какую же картину повешу у себя на стене, думаю, у меня белая стена большая, и она ждала какой-то картины. Вот она дождалась уже за 2 года. Супер. Друзі, обов'язково слідкуйте за умовами участі у розіграші цієї картини на нашій сторінці в Фейсбуці. І я впевнений, що хтось із вас стане щасливчиком, і вона прикрасить вашу домівку або офіс, та, мені здається, все, що завгодно, тому що дійсно дуже крута. І знаєш, Вадим, спілкуючись з тобою, зрозумів, що ти... Ну, дуже креативна людина, і це дуже круто. І зараз я хотів би, щоб по традиції ти побажав щось нашим глядачам. Всем, во-первых, доброго утра. Я надеюсь, что ваш день будет сегодня очень хорошим и ярким. Я вам пожелаю, чтобы вы не боялись экспериментировать, не боялись каких-то новых терапий, фототерапий для себя, потому что я скажу, что фотосессия – это испытание. Я желаю каждой женщине и каждому мужчине хотя бы раз в жизни успешно пройти эту терапию. Дякую тобі. Я, в свою чергу, бажаю тобі творчих звершень і, звичайно, неймовірно крутих зйомок. І, до речі, чекаю на зйомку для 8-го каналу. А я, Роман Дрібний, теж кажу вам до зустрічі. Фотографуйтеся і будьте щасливими.